километре от дома с утра. Обычно на дереве сидит. Кто его туда загнал? Может, кто-то его загнал? Пошли посмотрим. Делаешь? Иди домой. Пошли домой. Что ты хочешь от человека, когда пойдет там, а? Идем. Что ты это хотел или что? Идем домой. Может, тебя дико пугал? Иди домой, иди. Доброе утро, друзья! Мы на Черничном хуторе. Никогда такого не было, чтобы мы проснулись, а павлин так далеко от дома. Обычно сидит, ждет нас. А вообще, друзья, у нас есть такая полуплохая новость. Мы уже даже боимся курятник открывать. Вчера утром и в обед все нормально было с курами. А вечером приходим, а наши куры свистят так и еле дышат. Все полностью сопли текут, гребни черные. Помните, мы говорили, что недалеко ходит гриб куриный. И мы даже привезли сыворотку пропоить их. Мы им тогда поставили, но они особо не пили. Она, наверное, какая-то горьковатая была. Пчеловод сказал, что он своим добавил в еду, а мы воду поставили. И, в общем, при этой болезни 50-90% птиц умирает. Мы вчера уже в темноте поехали по ветврачам, по поликлиникам, закинули им таблетки в рот, поставили воду. Но сейчас, ну, открывать уже боимся, уже сейчас. Походу, сейчас будут трупики. Болезнь просто протекает так скоротечно, что просто вот... Ходит здоров, через пару часов уже больной и еще через пару часов дохлый. На кур очень сильно влияет, а индюки могут переболеть, просто обленять и выжить. Павлины пока не знаем. Павлины с индюками у нас дышат нормально. Может, это вообще эта белая индюшка, что в лесу была. Помните, она была какая-то больная, странная. Может, она принесла эту заразу. Может, воробьи, тут же лес, тут же птицы поют. Может, птицы перелетные. Вот это два друга. Утки тоже. Я помню, когда у нас еще в деревне куры. Если, чем бы куры не болели, утки никогда заразу никакую не переносят. Я надеюсь, и павлины также. Надеюсь, что они, ну, более дикая птица, сильный иммунитет. Но как петухи кукарекают, уже не слышно. Мне кажется, все-таки. Мы вчера поехали в ветаптеки, в обычные аптеки. Мы накупили лекарств, закидывали, а уже, наверное, было поздновато. Так быстро, я даже сам не ожидал. Я такого еще не видел. Видите, ни один петух не кукарекает. Походу, нет у нас больше петухов. Это два друга. Они своих девчонок кидают, вместе постоянно ходят. Цветные. Ну что? Ну, кашляют. А где петушки? Петух умер. Мы им на ночь свет включили, поставили специальной водички с антибиотиком.
Я даже не знаю, может их не выпускать даже сегодня. Видите, как они хрипят. Им нужно опять таблетки позакидывать. Может выпускать, пускай они гуляют, чем они вместе вот так вот сидят один возле другого. Короче, остался один петух вот этот вот, более-менее дышит еще. Но тоже... Но он был немножко посильнее, помощнее, да? Состояние у него было. А у того уже слюни, сопли текли. Это что, какой-то вирус, какая-то инфекция. Антибиотики даже давай бессильные. Давай попробуем ее. Пока что ни одной курицы не погибло, только два петуха. Но я думаю, и погибнут и куры. Какие-то они вообще никакие, чумные. Это здоровое. Это ей для профилактики. Видишь, все не погибают. 50-90% погибают только. Это нужно заметить. Вовремя. Да, так. И чуть-чуть опоздал, и все. И подохнут все. Так мы ж не опоздали. Ну, я надеюсь, что мы не опоздали. Там же ж... Давай. Упакуем ее. Тихо. Давай, пей водичку. Каждого будем лечить. Пошли. Хорошо, что у нас их в курятнике мало. О, ты сегодня квокчешь? Все куры у нас отдельно с цыплятами сидят. Ты уже сегодня квокчешь, да? Этому петуху вчера таблетки закидывали, то он такой был уже похуже состояние. Сейчас получше уже стало. Уже стал квоктать? Ничего, еще Петька, песенки будешь петь. О. Давай таблетку. Оп. Еще одну. Будем лечиться. Оп. Давай водичку. Все. Каждого обработали. Пока что два петуха только. Но может еще одна курица сдохнет. Главное, чтобы павлины, индюки и утки не перехватили эту заразу. Пошли! Пошли кушать. И... Индюку мы тоже таблетки закидывали. Бочка, один раз. Пошли, бочка, один раз. Пошли кушать. А павлинов мы вчера вечером всех загнали копцам и каждому таблетку в горло. Вроде бы все живы и здоровы. Но на эту ночь опять мы их сюда загоним. Ну что, у вас нету цеплей, вы не кашляете? Идите гуляйте. Я видел комментарии, что погреб можно огородить плетнем. Но плетнем это будет некрасиво. Это то же самое, что писали, что под домиком на дереве сделайте гараж. То есть это уже тоже будет не домик на дереве. Так же самое, если его плетнем огородить, будет некрасиво. Но я видел еще комментарий, что имитация электропастуха загородить на время. Они действительно, если три проволоки натянуть, четыре, да, они будут бояться так же, как электропастуха, даже к нему подойти не могут. Сделаем? Давай.
Видишь, все уже пошли в электропастух, одна ты ждешь. Белка хочет всегда есть одна. Пошли. Это нельзя. Нельзя. Перероете мне тут все. Проходи. Какая-то у нас черная полоса с животными. Постоянно кого-то лечит. Вот у белки швы уже почти зажили. Мы так каждый раз на ночь мазали специальными мазями и не гноилось. Эта ярка уже перестала хромать. Все, уже видите, не хромает. Но куры — это вирус, это, блин, я не знаю, мы потеряем кур. Пошли еще, знаете, что сделаем? У нас же еще цыплятами сидят куры. Они не контактировали с больными. Но антибиотики надо им поставить, водичку. Это Майкин. Сосет кляксу. Зинка украла картошину и унесла. Всех подальше. А белка вроде бы была согласна кушать с ведра. А когда смотрит, все толкаются возле миски, даже не подошла. Да вот я лучше голодная буду. О, поросят уже кушать начали. Раны уже позаживали, но швы еще висят. Мы их потом тихонько поснимаем. После родов? Угу. Чтоб не разошлось. Все, пусть сидят. Пошли цыплятами еще займемся. Это вода вообще с пруда. А может и из пруда у нас вошла инфекция, потому что каждое утро к нам прилетают парочка диких уток и прилетает еще такая черная утка-лысуха. Когда подходишь, она резко под домик, под этим, под мостиком прячется. Курам поставили воду с антибиотиком общую. А отсюда... С этого корыта полностью вылили воду, чтобы только с одной мисочки могли выпить, и все. Получается, мы всем птицам дали таблетки, кроме двух уткам и этому павлину. Он на дубах ночует, его не поймать. Прикинь, просыпаемся утром, да? А он просто под дубом лежит, так же дохлый, как эта курица. Ты
Пульки, все живы? Вы не представляете, какая там за пределами этой клетки ходит зараза. Настоящий птичий грипп. Я вообще был почти уверен, что нас эта зараза обойдет. Подвинься, пожалуйста. А ты можешь его споймать? А за лапы. Будет так, что... За лапы. Или скинет хвост, да? Ай, не надо. Сейчас со всей воды попьет это, с этих глотков. У нас еще и тут курица с цыплятами сидит. Покажи. Покажи, сколько штук чисто. Покажи. Я руки мыл. О, А симбиотик в воде действительно только сутки. На солнце тоже его ставить нельзя, поэтому везде палитрику добавляю. Смысла больше нет. По чуть-чуть. Все. Вот здесь, наверное, больше это общее. На улицу лучше не выходить. Сидите, сидите. Чуть-чуть солнце выпадает. Видите, сколько им надо. Дыни из сажалки вам хороший, полезный. Пчеловод приехал, смотрите, все ульи раскрыл. Пошли к нему. Дядя Юра, пчеловод! Дядя Юра, пчеловод, самый лучший сосед в мире. Хотелось бы в это верить. Добрый день. Вы чем реже приезжаете, тем больше я вас люблю. Да. Не надоедал так часто. Реально соскучились. Где вы были так долго? Во-первых, погодные условия не позволяли сюда ехать, а лишь бы ездить. Короче, ближе к делу. Мы сейчас хотим готовить стейки.
Я специально вот нарезал вот такие вот три куска мяса. Вали. Мясо. Да, тебе и мне. Тоже пис. А мы с овощами. Логично. Хорошо. И это мне все с собой забрать? Мы сейчас пойдем приготовим, а ты в лишний раз не ешь. Хорошо. Придешь? Приду. Спасибо большое. Это жабья икра. Они тут отнерестились, и она растет прямо на глазах. Уже такая, знаете, как черная икра. Может, давай попробуем со стейками. Кстати, можно со стейками еще бутерброды черной икрой будешь? Ну да. Это постное будет. И интересно, их утки вообще не едят, да? Почему утки не едят черную икру? Все, я стейки замариновал. Вот каждому по одному. Пчеловоду Вали мне. А ты, Валентина, давай маринуй овощи. Давай. Одно из Валиных любимых блюд – это овощи на гриле. И сегодня мы их приготовим вот с этим устройством. Гриль Red. Почему мы приобрели гриль? Каждый раз, когда заказываешь овощи гриль в ресторане, да, Валь? Угу. Сочные, вкусные, в меру прожаристые, а дома они почему-то то пригорят на костре. То сухие. То провоняют дымом. И Валентина уже даже пару раз в ресторане прям так и спрашивала: а как вы их готовите? Они говорят: на электрогриле. То есть так, вот очень трудно получить настоящий овощегриль на костре. Очень удобно мариновать овощи прямо в пакете. Пока наши овощи маринуются и стейки, давайте откроем и посмотрим на наш гриль от компании Red. Кстати, Red первый, кто выпустил технику с помощью нейросетей и искусственного интеллекта. Так, все руководство, все эти гарантии, все на русском языке, инструкции. Не пластмассовая игрушка, вес имеет. Значит, качественная. Я почему-то уверен, что будет вкусно. Я мечтала о ней. Да, кстати, Валина сестра Оля тоже постоянно на гриле готовит, да, с Юрой? Да, очень хвалит. Я тоже хотела. Причем они в квартире живут. А мы на природе, и то вот нам хотелось, потому что реально овощи, вот сейчас мы посмотрим. Хотя вот барбекю в любую погоду. Даже если у вас же на улице есть мангал, вы замариновали, такие сидите, и тут пошел ливень. А все равно ливень. Даже не верится, что здесь ничего не пригорит. А реально не пригорит. И сейчас мы это с вами увидим. Все, кто нас смотрит, они уже знают, что мы очень ленивые на прочитку инструкций. Но как вот так я увижу, тут вот пару кнопочек. То есть вот я хочу зажарить курицу, хочу стейк, хочу рыбку. Ну, видно, что шнур толстый. Кстати, вот уже разобрался. Смотрите, кнопочку нажали. Это если надо, я пошел это помыл. Все, снималось. То есть с виду, да, разберется и ребенок, и бабушка.
Сейчас главное не попутать. Слышишь? Ну. Это создавал искусственный интеллект. Смотри. А искусственный интеллект как бы создавал бы? Он создавал бы это все одинаково. Вот смотри. Ага. Сейчас. Давай, давай. Сейчас. Вот. Они абсолютно одинаковые. Так что не попутаешь. Точно для всех людей, для детей даже. Ну да. Ну что, я уже не... Слышишь, а как будем жарить? Мясо отдельно, овощи отдельно? Да, да. Опа! Поскольку это изготавливали нейросети, ничего лишнего, ничего ненужного здесь нет. Пойдем мяско. Я тебе щипцы положила. Щипцы для горожан. Слышь, я руки мыл 3 раза сегодня. Выбираем стейк и окей. Все, пошло. Нам просто надо дождаться. Мы хотим медиум, то есть средней поджарки. Или с корочкой. А чем заниматься в свободное время? Шкварчать начинаю. Вы видели? Прошло просто на глазах. Прошло буквально 30 секунд, и он зашкварчал. И слюни потекли. Вот слюни потекли, слышно. Ой, а как запахло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как в ресторане. Опа. Я думаю, хватит. О! Я думал, сейчас прилипнет. А ну, скажи. Красавцы получились. О, с этой стороны еще лучше поджарился. Кстати, так и сделаем. Оп, ручной режим. Все, пошло работать, окей. Дядя Юра! Идем кушать, готово все на столе, идем! Давай! Дом такой построили, что невозможно даже войти. Заходите. Кстати, ты лук любишь? Ходи голодный, я люблю. Варя, ты это снимаешь, я ж не знаю, что рубль. Что-то за хрень такая, если не секрет. Ну, раньше, допустим, обжаривали на сковородке, это на какой-то, это на каком-то ящику. Тут же даже не сядешь, надо свою кофту носить с собой. Вы знаете прикол? Я достал все отсюда. Вот, ну, я же сам достал отсюда и забыл выключить его. И как только вот последний убрал, он запищал, предупредил, мол, что на сковородке ничего нету. То есть, представьте, он даже в этом сообразил. И это можно кушать или рыбкам отнести? Давай попробуем. Я тебе сразу скажу, что вот это вот, если ты в ресторане вот это вот все заказал, вот это вот все, да, то стоило бы примерно как вот это. А если в мишленовском ресторане вот такого стейка вот на тебе? Мишленовском это как понимать? Это самый высший ресторан вообще, самый-самый. Мишленовские звезды, что там где просто вот это, где обегают только президент. Где я тебе дала? То можно было бы 100 таких штук заказать. Так что да. Вот. Ой, слушайте. А у тебя сегодня не текут, как ты вообще разговариваешь? Слушай, это капуста, так? Да. И водочка будет под капусту. Смотрите, точно медиум, да? Средней поджарки даже сукнуть. Ты говоришь,
Так я ж не избалованный, чё мне бы если нафиг. На хлеба. Я ж на старости лет научусь есть и ложка с вилкой. Можно как дома взять его руками порвать. Вилкой с ножиком, если шо. А я как сказал? Ложка с вилкой. С ложкой и вилкой. Ой, что это там? Беда. Издевательство над людьми. Пока очень вкусно, а там будет видно. Стейк точно получился. Кстати, стейк приготовили, потом только овощи приготовили. И пока овощи приготовили, так быстро приготовили, что даже стейк не остыл еще. Да. Лук как вареный, так? Но поджаренный. Фу, такой не люблю. Вот честное слово. Не вырезай. Такой не люблю. Валя, да. Овощи как в ресторане. Насыщенные. Да. На костре вот такие не получаются почему-то. Они должны быть как живые, то есть сочные, соком. На костре не пригорают постоянно. Ну что, я пошел? Через час обратно зайду дегустировать. Валя, ты сейчас будешь такая довольная. Садись. Обалденные овощи. Я лично не знаю, как это называется мясо, но очень вкусное. А поджарено тоже вот на этой беде? Да. Не беде, а техника Red. Кстати, у нее не только гриль есть, но и пылесосы, и мультиварки. Ну, Валентина, давай. Так надо уже. Ешь какой? Сочные овощи, да? Получилось? Да, насыщенные овощи. Это говорит о том, что не нужна уже газ-плита. Я серьезно говорю, мы по 5 раз в год овощи готовимся, пытаемся приготовить, как в ресторане, но у нас не получается. Они или пригорят, а здесь они сочные, да? Да, насыщенные. Это грецкие рыбки, я так понимаю, зеленые. Это что, реально вот это мясо запеклось вот здесь, вот на этой? Причем за 5 минут. Реально, вот мы же тебе сказали приходить через 2 часа, пришли за тобой через сколько? Да, минут 40. Ну да. Так 40, это мы еще... 40 минут мы все подготавливали, приготовили буквально за 5 минут. Ну да, я сильно возмущался, но думаю, что-то. Потом же не позовут, я останусь без вечери. Друзья, если вы не хотите у себя заводить дома целого повара, то достаточно вот купить вот такого вот робота. Ссылку оставлю в описании под роликом. Как потеплело, то морковка с луком на улице повыходила. Ну, как вы поняли, тем курочкам, которые вывели цыплят, им больше всего повезло. У них каждый свой лазарет, они ни от кого не заразились. Ну-ка, ну-ка. Маленькая, но зато своя. Может, на салатик нарвем пару штук? Давай. О, а черно-белая же говорит? Это желтая, помнишь? А черно-белая выросла? Я не знаю. Может, еще пожелтеет? Может, она еще не спелая? Подожди, мы же белую не садили? Ой, желтую. Подожди, да, мы же только желтую садили, а черная будет белая. Это? А, вот желтая. А, мы желтую и белую садили. Ну, получается, да, вот желтая есть. Ну, вообще маленькая еще. Ладно, может, тогда пожалеем чуть-чуть. Скоро, конечно, будет много ее, но она вот. Еще буквально несколько дней. Ну. Тут у нас индюшка на яйцах сидит. Надо, наверное, все равно и таблетки закинуть. Вот у нее со дня на день должен быть цыплята. А точнее индюшата. Подожди. О! О! Уже такой здоровый один вылупился. Она уже немножко встала, поэтому нужно его домой нести. Не, горячее. А может лучше домой нести. Давай таблетки ему. Ей.
Этого конфисковываем, ты садись дальше с таблетками во рту. Иди. Иди. Остальных вылупишь, тогда этого вернем. Такой здоровый. Индюшарик. У него нету мамы. У него пропала мама. Ага. На. Понюхай. Знает, что нельзя его, да? Хороший он, да? Ты облизываешься, потому что это маленький ребенок, и от нежности или от голода? Сиди здесь, жди остальных. Мы, если честно, видели, что под ней всего лишь 5 яичек, из них может каких-то 3 индюшонка вылупиться, и мы хотели докупить еще десяток. Но сейчас даже страшно докупать. Сейчас непонятно, что. Где могут погибнуть? Дегрейся. Прямо отсюда вот. Нам главное эти углы. Подножья нашей горы уже свиньи себе лежбище устроили, лежат. Им, конечно, легко тут землю поворушить.
Тогда можно будет цветочки посадить. Да, на самом деле. Если они будут все время в электропастухе. Но мы их все равно выпускаем. Утром часик выпастись, вечером часик выпастись. И они находят время сюда залезть. А так, вот, кстати, на ту березу сразу вот так вот. Белый вообще не боится. Павлик, ты главное не болей. Павлик, надеюсь, что у дикой птицы будет иммунитет, как и у этих диких перелетных переносчиков, сильный. Павлик, жить должен ты. Хорошо, он на дубах живет, он от них еще не заразился. Павлик, я тебе что, самочка, что ли? А? Танцую для тебя. Красивый, красивый. Иди, я тебе антибиотик поставил, иди пей.
Он все меньше и меньше нас боится. Ну. Я сам согласен. А мы идем гулять. Ну, далеко пойдем вечером. За несколько километров. И как только он наши голоса слышит, он сразу орет, зовет нас, отвлекается. Ему Павлик, а он орет. Такой становится домашний. Поэтому, Павлик, если ты помрешь, то 500 000 человек будет плакать по тебе. Так попсипали один. Самую верхнюю натянули, сейчас самую нижнюю. А потом посмотрим между ними одну или две птицы. Кого хоть раз в жизни ударил электропастух, он больше к такой проволоке не подойдет. Белка точно сюда не пойдет. Может, еще ниже делай. Вот так, ага. Да, все равно она пробивать же штоком не будет, да? Ну да. Будет погреб загорожен, пока не появится сильный-пресильный дерн, который не могут разрушить овцы и свиньи. Тут уже травка, которую мы неделю назад садили, повсходила. Но можно ее еще посадить. Ну вот, сблизи, конечно, видно, что натянута проволока. А издалека все нормально. Вид не поменялся, не испортился. Молодой самец 100% тоже больной. Петька, ты единственный выживший. Хочешь кобликорма? Хорошего, на. Вот. На, поешь, позови всех. Кушай. А старая самка не больная, раз идет. Остальные больные.
Ну вот, здесь посадил, взошло, а здесь посадил, свиньи покопали и все, и не взошло. Надо выровнять опять. Ага, ну тут тоже было, взошло, просто они его закопали. Тут еще раз досадим. Потом, если будем где-то дерн снимать, то можно принести сюда и наверх еще дерна накидать. Надо навести на нашем гектаре немножко порядок. У вас же, наверное, вопрос в голове, почему мы до сих пор не залили фундамент для нашего сарая, да? Приезжал землемер, геодезист. Мы еще раз перемерили наш гектар, чтобы прям с космоса, чтобы точно не промазать и построить на своем участке. Дальше мы писали разрешение, брали разрешение на строительство. Тоже это время заняло. Потом дожди начались. В общем, все нормально, все по планам. Вот здесь наш участок, наш гектар под ЛПХ. Кстати, по законодательству можно строить только сараи здесь. Взяли разрешение на это. Ну и перемерили заодно участок возле дома. Возле дома у нас тоже 85 соток. То есть у нас по сути гектар для человека и гектар для животных. Так что в этом месяце начнем строить наш сарай для животных. Но надо сейчас здесь уборочку сделать маленькую еще. Так. Ага. Дало током. Ладно, идите гуляйте. Уже все равно не залезете на погреб. Идите погуляйте. Да. Хорошо, что у нас не состоялся проект на вес. Все-таки, видите, если бетонируете столбы, то только надо их засмолить или лучше их в рубероид обмотать, и тогда только можно забетонировать. Сгнили хорошие вязы, толстые. Кроме этих столбов, тут еще надо эти досочки попилить. Смотрите, это когда мы еще пристройку к дому разбирали. Вот эта стойка, куда замок дверной входил.
Тоже отсюда мы брали доски, когда нам надо, понадобилось. Но уже все, уже больше не будем брать. Они же полугнилые тоже, это дрова. Каська была боязливая. Теперь уже дик, уже и у нее блох ищет. Все гуляют, а она вот стоит с собакой. Им же это нравится. Он же реально найдет клеща. Раздушит его зубами. Массаж. Немножко порядок навели, вот эту кучу дров на дрова, навес бывший попилили, и с этого навеса бывшего вот поставили 4 столбика. То есть вот здесь вот край сарая будет, раз. Тут второй. Мы хотим этот сарай поставить параллельно дому. Вот это второй. Тут будет такой П, тут П-образный, то есть тут такой дворик будет в этом месте. Ну, большой получается, какой-то за слишком большой сарай, нет? Вот здесь вот третий угол. Вот здесь будут же овцы, тут свинки. И как зрители писали, да, надо двери вот так вот делать. И прямо, чтобы они выходили в электропосту. Чтоб утром не через весь двор их вел в электропастух, а просто, даже если забыл двери закрыть где-то на ночь, то они в безопасности, электропастух включен, никто к ним не пройдет. Клево получилось, правда? Да. Ну что, можно копать фундамент? Или подождем еще чуть-чуть? Чуть-чуть.
Чуть-чуть. У меня 4 инструмента, пошли дико повычесывай. А то у нас овцы красивее, чем собака. А бульку когда еще потеплеет? Бульку в следующем роде. Бег, ко мне, пошли сюда, пошли гулять, бег. Бег, пошли. Иди сюда, моя хорошая собака. Найда унесла дико косточку. Убегает, вот пришлось ошейник надеть. С ошейником ты, Дик, никуда у меня не убежишь, буду держать тебя уже. Так, ну что, какая самая лучшая массажка? Это? Нет. Почти не чешет, а это? Тоже не чешет. А какую же тебе массажку взять, а? Может, вот эту? Дик, может, ты сам вылиниешь, а? Покажи. Тоже не вычесывает. Дико, где волосы вычесать, а? Ну-ка, вот эта штука. Ложись, подлежит. Ты расслабься. Не, ну, чуть нет, что-то есть, конечно. Но мне покажется даже проще вот так вот, чук-чук, клочками. Или ему так больно. Вот так лучше всего вычесывается. Старую шерсть берешь. Что эти, что чешешь, что не чешешь, он не достает. Все, уже понял, что надо балдеть. Он сидит, даже никуда не убегает. Еще и Джина пришла с пчелкой. Тоже хотят подрабатывать парикмахерами. Валь, неси машинку для овец, подстрижем его и все. Гриву только оставим. Хвост. Индюшонка у нас уже трое. Жарко вам, что ли? О, жара, да? А погибло 2 петуха и курица сегодня. Погибнет ли их еще кто-нибудь, не знаем. Ну что, будем заканчивать наше видео. Всем пока. До свидания.